ArtLife – это компания возможностей, компания открытий, стремление к развитию как основополагающая идеология, инновации как образ жизни, сенсационное открытие как итог общих усилий, фирменный стиль нашей работы. Каждый год новая веха, новый прорыв, новое свершение. 2010 год – серьезный шаг в повышении биодоступности. Выход новомедина положил начало перспективной линейке липосомированных продуктов. 2011 год – новое слово в лечении вирусных и бактериальных инфекций. Появление растительного аналога антибиотиков – фитобиотика цитразина. Он объединил 5 сильнейших лекарственных трав, дающих надежный результат без побочных эффектов. 2012 год. Революция в красоте. Появление уникального для страны направления кулинарной косметики. Девиз «Ешь и становись красивее» доказал свою эффективность. Первый продукт линейки кофе с коллагеном стал лидером продаж среди функциональных продуктов питания. Появление принципиально новой системы приготовления напитков с помощью фитоэкстрактора. Проект «Элит Кап». 2013 год. Прорыв в области клеточной терапии. Промышленный выпуск препаратов на основе полипринолов. Ошеломляющие клинические результаты использования алиопренов в профилактике сердечно-сосудистых патологий. 2014 год. Новая перспективная форма продукта на основе чаги. Компакт-экстракт. Программа долголетия Grande Chaga. Положительные результаты применения чаги в лечении онкозаболеваний. 2015 год. Новая ступень в лечении паразитарных болезней. Артемизин-М. Технологически совершенная машина по уничтожению дельминтов и продукт «Локомотив» для холодного рынка. В 2016 году нас ожидает вывод на рынок обновленных версий многих препаратов из ассортимента ArtLife.